На Северном Кавказе живут несколько десятков разных народов. Историческая судьба многих нелегкая и полна драматических событий. Вспомним хотя бы кавказские войны, которые длились без малого 150 лет и завершились выселением не принявших российское подданство горцев в пределы Османской империи. Одним из таких народов были убыхи. Еще в первой половине XIX века их села располагались на Черноморском побережье, где сейчас территория Большого Сочи. Основными занятиями убыхов были торговля, рыбная ловля и садоводство. Представители этого кавказского народа внешне напоминали адыгов. Но язык убыхов существенно отличался. Поэтому этнографы сделали предположение, что убыхи – это древние аланы, которые, в свою очередь, считаются потомками легендарных скифов. Когда кавказские войны закончились, убыхи переселились в Турцию. Этот народ не имел своей письменности, он стал быстро забывать свой родной язык. Прошло немного времени, и убыхи полностью ассимилировались на чужбине среди турок. Этот этнос исчез буквально за одно столетие. Сменилось три поколения, и его не стало. В России по переписи 2010 года убыхами записали себя всего лишь 33 человека.